И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 24 марта, и мы подводим итоги этого дня. Что происходило на фронтах Украины, а также что происходило вокруг войны на Украине. И начнем мы с военной сводки, что происходило сегодня днем. Ну, сразу перейдем на главное направление, это Изюмское. По итогу этого дня российские войска сумели отбросить украинские вооруженные силы, контратаковавшие, как вы знаете, несколько дней по направлению на Изюм. Так вот, в тяжелых, на самом деле очень тяжелых изнурительных боях российские войска не только смогли зачистить группировку, которая находилась на южной части города, но и отбросить контратаковавшие украинские механизированные подразделения на несколько километров на юг. Таким образом, они медленно, но уверенно расширяют плацдарм на правом уже южном берегу Северского Донца, и пошли теперь бои уже не за Изюм, а южнее Изюма, которые постепенно будут перерастать в бои за Славянск и Краматорск. По поводу Горловки, к сожалению, сегодня я никакой информации не получал. Ну и также сегодня не было вечернего брифинга Министерства обороны Российской Федерации, откуда тоже во многом мы черпаем информацию именно из этого региона. А по Мариуполю очень похоже, по обрывчатым сообщениям разных источников, все сходится к тому, что постепенно линия обороны Мариуполя, она разрушается, и части, которые еще не сдались ВСУшные, они стягиваются в район Азовстали. Пока непонятным вопрос вот на южном направлении, вот этот район, он взят либо не взят, но в целом, в основном, уже противник отброшен на периметр Азовстали, выходя за него местами на 1-1,5 километра, а местами уже и упираясь в завод. Также по сообщениям военкоров, которые находятся сейчас прямо в Мариуполе, уже украинские вооруженные силы абсолютно не отвечают тяжелым вооружениям. То есть очень может быть, что либо оно полностью уничтожено, либо закончились боеприпасы. И войска Российской Федерации и Донецкой Народной Республики медленно продвигаются к главной цитадели города Азовстали, где, скорее всего, данное сражение и будет закончено. Также сегодня с утра прямо разгонялись слухи о том, что украинские вооруженные силы, контратаковав позиции российских вооруженных сил в районе Ирпеня, Бучи и Гостомеля, взяли эти города, взяли российские войска в мешок. Правда, доказательств этому они не предъявили. И пока все сходится к тому, что данная победа, она ровно такая же фейковая, как и две предыдущие, когда буквально 5 и 3 дня назад тоже украинские вооруженные силы, якобы разбив российскую группировку на этом направлении, отогнали ее чуть ли не до белорусской границы. Сейчас заявление намного скромнее. То есть, можно сказать, в целом здесь идут бои без заметного изменения линии фронта. Причем сегодня пришло очень интересное сообщение, причем подтвержденное теми наблюдениями, которые делают мои зрители из своих домов, о том, что украинские вооруженные силы, уже по сути похоронив Донбасский фронт, начинают разворачивать новый в районе Павлограда, то есть по территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Причем разворачивание этих новых укрепрайонов формально обуславливается тем, что это нужно для того, чтобы не допустить окружения Донбасского фронта. Но, как мы видим, данная линия обороны никак не может предотвратить окружение тех частей, которые сейчас сражаются на Донбассе. Единственное их предназначение может состоять только в том, чтобы после того, как российские войска окружат Донбасскую группировку, фронт не был бы обрушен. И также в этом выпуске я хочу закрыть тему Чернобаевки. Вы знаете, уже по сути это в украинском сегменте появился целый мем. Да, россияне лезут на Чернобаевку, мы их каждый день бьем, а они все лезут, лезут и лезут. Все эти фейки порождает губернатор Ким, которому похвастаться больше нечем. Особенно на фоне, по сути, разгромленного его Николаевского гарнизона, где только в одном расположении 79-й аэромобильной бригады было обнаружено после удара российских ракет около 300 убитых военнослужащих. Насколько мне известна ситуация по Чернобаевке, я лично знаю о 3 реально серьезных ударах со стороны ВСУ. Причем последний из них был примерно, по-моему, 7-8, либо даже 10 дней назад. Это как раз тот удар, когда было уничтожено, по-моему, 3 вертолета и несколько вертолетов получили повреждения. Так вот, уже в тот же день все эти вертолеты, оставшиеся, были эвакуированы, и после этого здесь никаких серьезных потерь российские части не получали. Да, по району Чернобаевки постоянно наносят какие-то удары, но это удары местного значения, которые, ну, не факт, что вообще достигают какой-то реальной цели. И мне кажется, единственной реальной целью является попытка опровержения, вот помните, было еще дней 8 назад, заявление российского командования о том, что оно полностью контролирует Херсонскую область. И вот для того, чтобы это все нивелировать, вот этот фейк постоянно раздувается. И он постепенно начинает напоминать этого неуловимого Байрактара, неуловимого истребителя, которых никто не видел, но в которые все верят. Ну и те 3 фейковых наступления под Киевом, о которых я говорил в самом начале выпуска. Тем не менее, мем уже создан, и этот мем успешно культивируется и разрастается всякими домыслами. И эти фейки создаются только с одной целью, для того, чтобы заставить оставшиеся еще не разбитые части украинских вооруженных сил сражаться до конца, веря в неминуемую, но окончательную победу над противником, которую постепенно так называемые пропагандисты режима относят все дальше и дальше. Если, например, 2 недели назад господин Арестович рассказывал, надо 2 недели потерпеть, и потом мы погоним русских обратно, то 5 дней назад я слышал цифру, что уже надо потерпеть 3-5 месяцев, а сегодня говорят о 7-10 месяцах. И то далеко не факт, что по истечению этих 7-10 месяцев россияне будут отогнаны обратно. Речь идет о том, что их удастся к этому моменту остановить на линии Днепра. И я почему-то думаю, что уже в ближайшее самое время эти прогнозы будут выглядеть сверхоптимистично. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом пока все. Завтра ожидайте следующий выпуск. Он тоже будет очень и очень интересным. До свидания.